Житель Одинцова, заслуженный работник образования Мария Ивановна Щукина 7 ноября отметила свой день рождения. Лично поздравить ветерана педагогического труда с 90-летием пришли давние друзья и коллеги. Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова и депутат от фракции «Единая Россия» Гильда Бот. Она действительно работала в свое время в Горловке, там был детский дом. И она там работала. А потом вот она пришла сюда, в Одинцово, и 18 лет, это точно, если не 20 лет, она работала директором гимназии, ну тогда это была еще школа, школа номер 13. Очень хорошим, сильным таким, достаточно властным директором была, но знала, что делала и зачем делала. Абсолютно не злопамятный, такой добрый человек. Педагогическая династия этой семьи продолжается. Дочь Елена работает учителем физики в лицее номер 2, а ее внук – чемпион России по мотогонкам, часто навещает любимую бабушку. Мне очень приятно передать поздравления от всех депутатов нашего корпуса Одинцовского округа. Конечно, от главы Андрея Робертовича самый красивый букет. Конечно, от Ларисы Лазутиной памятный подарок. Таких людей очень мало, патриотов, которые действительно делают славу нашему Одинцовскому городскому округу. В этот праздничный день звучали теплые поздравления и добрые воспоминания. В квартире Марии Ивановны не смолкал телефон. Благодарные ученики и коллеги желали юбилярше долгих лет жизни. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».